10-4, 10-2. Беру маркировку. Адам один занято. Да, беру маркировку Адам 2. Беру маркировку Адам 2 в составе двух юнитов. Взятки не брать, какие вы тут денежные суммы. Ладно, ладно. Каких взяток? Да почему? По 500к каждому можно попросить. И нахуй 500к, блядь, нахера тебе это? Зарплаты, в принципе, здесь хорошие. Обойдёшься. У меня М-ка, блядь, не в руках. Так, прописывайте арест его айдишки. Вы провели первичную вторичную обыск? Сейчас не провели. Надо провести. Сейчас я проведу арест, погоди. Какой арест, обыск проведите? Первичный, вторичный, потому что при нем могли это... Его из машины вытаскивать или нет? А, но на РПшника можете не проводить. Ну, он на РПшника, в принципе. А, ну все. Погоди, я всем провожу. А, он на машине, короче, ну пофиг. Да. Все. Метка должна появиться сейчас. Сюрпервайзер, включите фары. Да какой, ему не посадить. Боже, это метка? Должен. Это Клайн должен его не. Посадить. Так, а, все, пацаны, метка есть. Пацаны, ловим тишину. Это РП канал, лидер сейчас фармсит. Поэтому все МГ вы фильтруете. Вы говорите либо ОЦ часть, либо погоню. Либо код 0. Либо вы общаетесь в Б-чате, чтобы не засорять канал и фрапс. Это вы поняли? Про что? Либо вы знаете, что делать, просто если вы хотите что-то сказать, то вперед ставьте ООЦ. Типа ООЦ, там мама позвала кушать, я пошел. Типа, ну так. Все, сейчас РП канал. Учитесь. Пацаны, так мы взятки будем брать? Перезагружаю. ООЦ, да. Так не, это ты говоришь про Дискорд или чё? Бля, это на резоне пизда сложно будет сделать. Да, про канал, вы сейчас... Короче, забудьте про ООЦ канал. Мы можем общаться как о ООЦ, так и с вами трудно сделать. Вы поймёте. Потому что если бы вы академиками были, то бы вы знали, что это будет, что как. Ну потому что ты не обучал. А вы просто беседовали. Ой. Пройди, Кайл. Так я и так в этот, в РБ-чат никогда ничего не пишу. Так что пофиг. Кайл, зайди. Ну да, нормальный арпачат голосом 13-летнего школьника в ментовке. Да, ну не ебёт. А куда Коля делся? КЗ. Вот не знаю, кто это, что зашёл к нам. Отфильтруй кого в патрулении. Где Коля? Он вылетел, Коля. Короче. Эрик в Дискорде? Да, я с вами буду патрулировать. Можешь выйти в Линкольн. У меня, короче, баг какой-то для использования коня. Ну, не знаю, почему. Сейчас пойдем. Не понял. Сзади пролетел кто-то. Это НРП. Надо фильтровать, кого останавливать, а кого нет. Сейчас, чек. Тормози. Че, дебил? Макс, короче, баг, было... давай к Дениске. Юниту номер 2 нужно забрать РП подарок, ебать. Я пока что настройка. Но, едем. Ну сейчас посмотрим, это РП или нет. А, смотри, я остановился. Так а мы и мегафоном ничего не сделали. Постой, он что-то будет делать или нет? Бля, да что ты делаешь, алло, ну камон. Так, 10-2, как Адам 2, в составе трех юнитов. Дениска, сделаешь отчет?
Ой, да. Не-не-не, сделайте сами. Ну это нужно мне за рулем быть. Так мы отцем можем сделать, а вы не делаете. Поехали к нему, дурачок, алло. Зря прям все время. Вот ты даже доклад не сделал, то что лучше есть. У вас у кого-нибудь фрабство есть? У меня есть. А ну встань, я возьму амочку. У тебя Эрик есть, да? Ты записываешь? Да, есть, есть, есть. Только у меня 30 FPS, ну ладно. Встань, я возьму амочку, Лис. Ну, да у меня амочка есть, несы. Окей. Алло, ты сейчас даже доклад не сделал. Какой трафик, стоп, ты что, дурачок? Я даже с машины не вышел. Поехали к нему, дебил. Ну и что это такое? Встречка. О, Эрик, красава. Куда ты едешь? Тут никогда никого нет. Пожалуйста, Митчелл, давай ты не будешь позориться с этим, я сейчас поеду, потому что я не хочу на это смотреть. Это тупо позориться. Да, забей. Я сейчас уеду. Денька, дашь рулька же? Пенни нарушать не велась по ситуации. Я должен выйти с машины, даже я должен был доклад сделать. Должен был вообще ты доклад делаешь, а не я. Это номер 5 трафик, стоп, давай поедем отсюда, он дебил. Ну успокойся ты. Ты лучше фары включи, чтобы номер у вас. Я просто приехал к сестре, зачем мне машину? Это номер 5 трафик, стоп, зачем ты тратишь на него свое время? Сейчас будет какая-нибудь встречка, я сразу буду погоню начинать. Господи, ты зря на него тратишь свое время. Мигалки-то хоть выключи. А, у меня мигалки включены. Я просто ссылку выключил. Сорян. Выключил? Да. Денька, остановись, он хочет. А, все, все, он ничего не хочет. Сейчас развернемся. Тупо по фулл РП разворот. Сделай доклад, Максим. Ну вот, Григорий просит. Это я вам пример сделал. Денька, а ну... Просто попробуй за руль сесть, доклад сделать. У тебя спрашивают, когда курсы будут. Курсы будут в 15. Куда? Так напиши. О, это штраф. Зачем ты на него время тратишь, алло? Так штраф выписать, алло. Да я не тебе, это я ничего. А это что такое сейчас нарушают. Было? О, это что такое? ФБР, ПДД нарушают.
А, это ПБ? Да. Да ну нафиг. Так он с оружием вышел и с оружием стоит, это не ФБР. Это ФБР, это Кевин Бонус, это ФБР, я тебе отвечаю. Давайте мы подъедем. Давай, подъезжай сюда. Он тут стоит. Он, мы на ЖД. 10-20, район Дуэрти, квадрат H4. Район какой, Дуэрти, да? Да. Вокзал с ЖДС. Блять, так бы сказал ЖДС. Вот тут до, просто до когда вот вы говорите типа Догерти, типа блин, вам проще сказать типа либо СМИ СФ, либо ЖДС. Ну да, проще. Ориентированное здание. Это более ориентированное, понятное здание. На, ты прям по этому кирке проехал. А, я его задавил? Че, если че, паковать ФБ? РП-ситуация, тихо, РП-ситуация. Вот их султан стоит на тротуаре. Криворучку убери, дубин. Так он ему сейчас этот будет, как его, оплачивать. Штраф он должен оплатить. Денис, убери. Чего ты без бронежилета и оружия? И убери дубинку. Я с оружием, просто у меня этот... У тебя бронежилета нету. Я забыл одеть. Ну, одевай. У меня с собой же есть. Поехали тогда к этим. Ой, серебряная рулетка упала. Кайф. Так. Ты видел, что этот Кевин Бонус написал? Ну, поехали, там эти самые забрали. Все, в машину, давай. Может, они их не поувольняли. Погнали. Вы когда обращаетесь с гражданскими, не держите оружие, это напрягает. Типа, они вас считают, что вы нон-РПшник. Ну, типа, если вы хотите нон-РПшник отыгрывать, то держите дубинку. Если вы, типа, ПРПшить решили, то то, что вы держите дубинку, это калично. Они просто, вы можете дубинку достать, и не могут убежать. Да, они могут убежать, это на психологию давит. Они думают, что вы типа нон-РПшник и всякое такое. Это что такое? Это что за супер развороты такие? А ты чё? Все, давай вязать его. Давай. Я сейчас подъеду туда. Это что за фигня? Да не машина. Меня мужик протаранил. Да куда? Вот он здесь. Сейчас я. Так, быстрее, садитесь, его пацан отвозит какой-то. Быстрее, сядьте в тачку. Криворучка, в машину сядьте. Да подъедь сюда, назад, ой, я его на льде веду. А, вон он, мне показалось просто, что он... Чай ему причем? Да в машине расскажешь. А что за код? Это что это за маркировка? Так, код что это? Это Chief of Deputy. Ничего то, что Chief of Deputy это шеф заместителя чего? Ну, это тег для шефа. Может, так ты Chief of Police? Максим, так ты попроси, чтобы ему розыск дали. Уже. Я уже Z повесил. Вот. А выдали розыск этому 6? Да. Так ты же его... Так он же заплатил штраф. Нафига так его... Так оскорбление. Так разве за оскорбление толка? Да. А это что?
10.1. Это ФБР. Я уже читал, Эрик, ну вас. Чтоб запомнил, наверняка. Георгий, сколько надо так проездить? Как хочешь, как считаешь нужным. Не-не-не, то, что ты, сколько... допустим, 30 минут так отпатрулируешь, что опыта не будет. Не-не-не, я не про это. Я вообще, в принципе, сколько надо проездить, чтобы на полышку? А что надо сделать? Со скринами. Проверить. Ну, со скринами. Типа доказательства, что ты патрулируешь. Я забыл эти скрины делать. Сейчас делаю. Давайте пересядем. Ну или почините ее. Хочешь прикол? Нажми на двоечку. Нафига. Да ничего не будет, они все равно пропадут, типа. Но они пропадут все равно. А, да, кстати. Забыл. Давайте сделаем этот. Вот так. Сделай это, пожалуйста. Максим. А? Сделай, пожалуйста, что мы, типа, выехали на патруль. Дай руль. Да. Вообще, зачем ты... Я же уже писал. Адам 2, Тудис, 55, Адам 2, это мы, это во-первых, обеспечиваем, у нас сейчас нет, у нас есть супервайзер, бля. Так что, типа, Максим Кудин. А, вот. Блять, вам что, сейчас брифинг проводить, как доклады делать или что? Я не могу понять. Чё я же вам объяснил, как. Диспетчера у нас нету, это первое. То, что вы говорите по биндеру, контрол, это, ну, контрол, типа такого, это диспетчер. Диспетчера у нас нет. Это первое. Второе, мы не юзаем функтады, это второе. Третье, это мы Адам 2. И четвертое, так как у нас диспетчеров нету, вы говорите фамилию свою и фамилию напарника. Ну так ниже смотри, в составе юнита Сунберг и Займис. Только дым и юзаем. Окей, ща я. Просто не должен был Максим писать именно диспетчер, так его вообще нету сейчас на смене. Вот стиль, да, корно стандарт. Когда будут запрашивать, тега у супервайзера нету. У них типа... Супервайзер это СГТ, либо лейтенант. Но я типа вышел как супервайзер. По идее, у меня должен быть ну типа, когда они будут запрашивать, допустим, Адам первый запрашивает супервайзера по ситуации, там локация такая-то, такая-то, и все. Типа у супервайзера тега нету. Супервайзер это который сейчас на смене, он, то есть, ответственен за все ситуации, которые произойдут с вами. То есть, только вот эти. У вас вот это, смотри за ними. У вас это ФБР. И пофиг, если допустим, что сейчас тормозим. Вот, вас, вот допустим, так... сейчас будут обстреливать. Вас, допустим, смотри. Если, допустим, до вас доебутся сейчас ФБР, вы запрашиваете супервайзера, то есть это, который стоит на смене, следящий. Типа следящего, думаете. Вы запрашиваете а супервайзера, я приезжаю и разруливаю ситуацию. Они разве пацана могут останавливать? Смотри, какое у него предупреждение, брат, ой, мегафон. Типа остановитесь и сразу же я открываю огонь. То есть никаких предупреждений. Тупо сразу же открывает огонь по колесам и полом вытаскивает его из машины. Остановитесь, к добру это не приведет. По-моему, был объявлен план перехват, бежать некуда. Все, я открываю огонь по колесам. НКД не юзают только Red, ну типа РКШД, ну то что Red Country занимается, вот все, ну как они юзают, но частично. А у нас полиция. Останавливай. Восточная Краскилсту. Езди, езжай за ним, заезжай.
На АБ нельзя же. Если не с целью купли-продажи, то можно. Да не, не хочу. Не слагает. Чё у нас машина стоит просто? Они в смеси. И сколько скрины делать? Каждые 10 минут? Как считаешь? Давайте за желтым суперкота. Да, вижу, сейчас. Микрофон да, только скажите. Куда он зачем? Вышел? Зачем уходить? Алло, погоня? Это когда РП ситуация. У вас разве РП погоня или что? И при чем тут при погоне код 0? Ты что, дурачок или что? Нормально. Как может при погоне быть код 0? Потому что ты за рулем сидишь. Мне нужно за рулем сидеть. Зачем? Так не бинди тогда. Зачем ты вообще бинтеру издаешь? Есть слова. Тебе не проще, который может за тебя это писать, а ты ему говоришь, он тебе пишет. Тебе не проще ли просто написать Адам 77, у нас в погоне локация такая-то такая-то. Все. Чем вязать вот эту вот длиннющую строчку и какую-то хуйню написать, блядь. Веду погоню по коду нулевому. Ты что, дебил, блядь? Код 0 это офицер на земле. То есть у вас погоня, где офицер на земле, чего? Вы чё, флэши, блядь, что ли? Вы чё, флэши, блядь? Как может при погоне быть офицер на земле? Это не короче, у меня да. Так биндит. Это у него так биндит. Так ты же слова юзай, это не биндит. У меня нормально биндит. Вот это нормальный доклад, который я только что кинул? Только запятые надо желательно. Ну типа для красоты надо запятые выставить. Адам 3 запятая, проводим трафик стоп запятая, да по району понял, там понял. Двоеточие. По району. Чтобы сократить вот то, что ты написал, трафик стоп 10.55 просто можно. То есть допустим ты про эти вот тенкоды не знаешь, окей. Ты за место тенкодов юзаешь слова. Вот провожу остановку автомобиля, там сейчас пример приведу. Адам 3 проводим остановку его автомобиля. Его за это садить, его за это садить? Да. Бывай. Да. Написали бывай мусор. Садить. А его еще избили. Давай, в дубль. Эй. Па. Кто его глушил после? Он за Аким обидел. Лучше его побежали. Настя. Поехали за Аким, он че? Он так-то челик сбил. Акимов? Садить. Да. А он же у нас нет. Нет, Акина. Только что сейчас на мотоцикле поехал и сбил. Не послушался Акимов. Ну слева. Сейчас я вам пример покажу. Да, поехали за таксишкой. Так ты его не видишь или нет? Вызов. ПРП, примите вызов кто-нибудь, ПРП. Или мы. Докладывай. Пофиг. Принимай, поехали на вызов. Быстрее принимай ПРП вызов. Ой. Да такси надо было останавливать. Откати, неправильный вызов. У меня есть только вот такой, сейчас покажу. Этот игрок не вызывал полицию, либо его уже приняли, блядь, чего? Во, вот это правильный доклад, блядь, мы не успели. Спасибо. И вечера у нас нет. Да я знаю, у меня просто вот это забензинное было. Кто принял? А кто принял его? Я не принимал. А чё, почему, кто принял, а? Ну чё, всё, 10-2R, блядь, я заканчиваю. 10-99, да.